Иван-Царевич, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный и все-все-все. В областном координационно-методическом центре культуры и творчества открылся 16-й региональный кинофестиваль «Дети и сказка» памяти Александра Роу. В истории отечественного кино наш земляк – основоположник жанра киносказки. Этот человек подарил юным зрителям веру в чудо и волшебство. Первые находки в монтаже, первые находки в гриме, первые находки в анимации найдены все-таки нашим земляком. И первые интересные решения в жанре фэнтези, как сейчас популярно это называть, все-таки найдены им. Цель этого фестиваля – популяризировать среди молодежи, среди совсем маленьких жителей нашего города и области киноискусство таким, как его представлял наш земляк. Традиционно программа фестиваля включает в себя массу интересных мероприятий. Это не просто показы кинокартин. Здесь сказочные герои в миниатюре, народные танцы и театрализованные представления. Открыли мероприятие спектаклем «Семь чудес в киносказках Роу», а в фойе развернулась необычная выставка. Особое место в этом году в фестивале занимает чудо перевоплощения. То есть мы вспоминаем Георгия Миляра, нашего прекрасного актера, образы которого Баба-Яга, Кощей Бессмертный, также представлены сегодня на нашей выставке. И 15 марта мы будем перевоплощаться. То есть мы будем проводить мастер-класс по гриму. Мастер-класс будут проводить педагоги по гриму и актеры Ивановского драмтеатра. В этом году организаторы решили показать, как рождается сказка. И даже гостей встречают сказочные герои. Но на самом деле я изображаю зло. Но так как я несу этим эмоции и радость детям, мне кажется, сегодня я положительный герой в каком-то плане. Какой-то дух добра, какую-то силу, которой сейчас практически нет. Сказки Роу, они помогают вспомнить что-то исконное, что-то из древности. То, что люди знали, но, возможно, забывают. Фестиваль продлится до 17 марта. В заключительный день будут подведены итоги творческих конкурсов, посвященных сказкам. Вход на все мероприятия свободный. И совершить путешествие в волшебный мир Александра Роу сможет любой желающий. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.